ближайшее время еще сотни пострадавших от паводка прошлого года получат компенсации. Очередного подтопления уже ждут. На 3 рубля в Камне на Оби выросла цена на проезд в общественном транспорте. Где расположить в этом году главный новогодний символ столицы края? Выбрать из 3 вариантов мэрия предлагает самим жителям. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Весна все ближе. Плюсовые температуры пришли на территорию края. В ближайшие дни ожидается до 3 выше 0. Однако, по прогнозам синоптиков, уже завтра картина за окном заметно поменяется. Будет сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду, метели, мокрый снег. Спасатели в очередной раз напоминают, что в непогоду необходимо стороной обходить рекламные конструкции и деревья. Машины не ставить под окнами домов, ведь во время оттепели с крыш активно сходит снег. К концу этой недели немного похолодает, но аномальных морозов, которые держали в плену жители региона целых 2 недели, в феврале больше не будет. Между тем, в крае уже начали готовиться к первой волне паводка. В году минувшем в предгорные районы региона он пришел уже в марте. Тогда из-за резкого потепления и обильных дождей реки вышли из берегов. В результате первой волны под водой оказались 38 поселков. За помощью, в том числе материальной, обратились 18 тысяч человек. Некоторые не смогли сразу подтвердить свои права на подтопленное имущество, им пришлось пойти в суд. В ближайшее время пострадавшие от паводка весной 2018 года получат последние выплаты. Об этом заявил губернатор края Виктор Томенко. По его словам, компенсации дойдут до нескольких сотен человек, которым пришлось доказывать в суде свой ущерб от наводнения. Учитывая, что в этом году также прогнозируют мощную первую волну паводка, уже сейчас прокурорам края поручили тщательно контролировать подготовку к наводнению на местах, организацию ледохода, поддержание гидротехнических сооружений, пунктов временного размещения. Особое внимание по итогам прошлого паводка уделят оперативным сводкам о паводке для жителей. Продолжим. С сегодняшнего дня в Камне на Оби подорожал проезд в общественном транспорте, сообщили нашему телеканалу в администрации Каменского района. Стоимость поездки в автобусах выросла на 3 рубля – с 20 до 23. Почти на 200 рублей подорожали и проездные билеты. Цена школьного проездного составила 1150 рублей, обычного – 1311. Отметим, что транспортные тарифы в Камне не менялись на протяжении 2 лет. Кстати, подорожал проезд в соответствии с решением Краевого управления по государственному регулированию цен и тарифов. Напомним, в краевой столице уже 1,5 месяца действуют новые тарифы на проезд в общественном транспорте. О том, куда потратили транспортные предприятия выручку, полученную за счет роста стоимости проезда, расскажем в вечернем выпуске новостей. Вот кто точно в этом году будет в плюсе, так это Барнаульский клуб по хоккею на траве. На 3 миллиарда рублей планируют увеличить в этом году бюджет коммунальщикам. Министр спорта края Алексей Перфильев еще задолго до начала сезона поставил задачу выиграть как минимум бронзовые медали. Часть из выделенных 3 миллиардов должна будет пойти на сборы. Первые по графику запланированы на Семинском перевале в Республике Алтай. Проводить там подготовку к чемпионату стало уже доброй традицией для команды. Правда, в последние годы это было невозможно из-за нехватки средств. Отдельной строкой пойдет финансовая помощь на закупку амуниции. Благодаря поддержке губернатора нам пошли навстречу и выделены дополнительные средства и на покупку инвентаря для нашей отрасли. Это значительная сумма – 75 миллионов. Давно такого не было, очень давно. Есть тема ремонтов на сумму 40 миллионов. Есть дополнительный бюджет на замену автопарка, это очень значимо, но и спортивные мероприятия. Несмотря на то, что в данный момент у клуба есть серьезные проблемы с составом, не хватает нескольких игроков, главный тренер Владимир Кобзев поддержал идею министра по завоеванию долгожданных медалей. Напомним, коммунальщик не был в призерах чемпионата по хоккею на траве ровно 10 лет. А вот уже ровно 6 лет главная елка края располагается на площади Сахарова в Барнауле. Это место за ней было забронировано еще в конце 70-х годов прошлого века и лишь однажды, в 2013 году. Она меняла свое место и была установлена на площади Свободы. В этом году вновь актуален вопрос, быть или не быть новогоднему городку на площади Сахарова. Всю ближайшую неделю можно будет оставить свой голос на официальном сайте краевой столицы. Мэрия Барнаула намерена учесть мнение большинства. К слову, на выбор предлагают 3 варианта.
оставить главную елку на прежнем месте, на оживленном проспекте Социалистическом, перенести новогодний городок на пешеходную улицу Малотобольскую или для массовых гуляний оставить оба варианта. Пока лидирует Барнаульский Арбат. Видимо, в числе проголосовавших много автомобилистов. Выбор можно сделать до 24 февраля включительно. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Валар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от Эвалар. Почувствуйте разницу. Эвалар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, возможен снег и по-весеннему тепло. Белокурихи – плюс 2, Бийский, Заринский, Алейский – 0, минус 1 в Змеиногорске. Барнауле – легкий снег и около 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи!